женщин, дорогие друзья, мы искренне рады приветствовать вас в концертном зале имени Глинки Запорожской областной филармонии. С виду они мало отличаются от нас. Те же заботы, проблемы, простые житейские радости. Вот только взгляд другой, словно обращенный куда-то в себя. Ежесекундно они прислушиваются к тем мелодиям и ритмам, которые неведомо откуда возникают и просятся в этот мир. Иногда это занимает считанные минуты. А бывает и так, что процесс мучительно длится годами, и только после премьеры они с облегчением выдыхают. Они композиторы, это не профессия, даже не состояние души. Это и правда миссия. Каждую весну Запорожское отделение Союза композиторов Украины проводит отчетный концерт. Людей, чье призвание сочинять музыку, в нашем городе мало. Это заслуженные деятели искусств Украины Наталья Боева, Николай Попов, Дмитрий Савенко и лауреат международных конкурсов Анна Хазова. Произведения, которые прозвучат сегодня, в большинстве своем премьеры. В них воплощено все то, что не может волновать людей, тонко чувствующих мир и его хрупкость. Кантата «Дай нам Боже» Анны Хазовой, которая откроет концертную программу, поднимает темы, которые актуальны сейчас, как никогда. В проникновенных стихах современных поэтов из разных уголков нашей страны раздумья о войне и мире, добре и зле. В этой музыке дань тем, кто ушел, а еще вера, призыв к людям и обращение к Богу. Укрепить наши силы на пути к добру, миру и гармонии. Анна Хазова, кантата на стихи украинских поэтов «Дай нам Боже» в четырех частях. Первая часть «Ходак резвину» слова Сергея Дуня. Вторая часть «Хвыл молчания». Третья часть «Заповедь» слова Веры Ковай. Четвертая часть «Дай нам Боже» стихи Надежды Красоткиной. Исполнители – Академический симфонический оркестр Запорожской областной филармонии, руководитель Оксана Братцева, хор Запорожья Запорожского музыкального училища и народный артист Украины Вячеслав Редя. Thank you.
Oh.